Что ж, тогда мы переходим к следующему аргументу, и аргумент заключается вот в чем. Божественные дела. И под этим я имею в виду то, что может делать только Бог. Эти дела принадлежат Христу, то есть Христос их также совершал. И сейчас мы перечислим все эти дела, они будут высвечиваться на слайдах, но также они есть и в ваших конспектах. Христос участвует в творении. Идем далее. Им все стоит и держится. И вот текст послания к Колоссянам особенно интересен. Тот глагол, который переводится у нас как «стоит» во фразе «и все им стоит», имеет буквальное значение, которое заключается в том, что что-то скреплено вместе. Другими словами, если бы вы говорили на греческом и говорили о том, что вам что-то надо починить, что было, скажем, разбито, и у вас есть клей, и вам надо это все вместе склеить, чтобы восстановить прежний вид. И после того, как вы все склеили, это не разваливается, остается вместе, то вот в этом случае вы бы использовали слово для описания этого действия, которое и используется в послании к Колоссянам 1.17. И таким образом мы можем на основании всего этого сказать, благодаря тому, что делает Христос, эта вселенная не распадается на части. Она стоит. Что ж, вдобавок к тому, что все им стоит и держится, он также прощает грехи. И вот посмотрите, текст, записанный в Евангелии от Марка во второй главе, поднимает интересный вопрос. И мы могли бы вернуться к этому, если хотите, и более подробно поговорить. И этот вопрос возник, когда Иисус исцелил расслабленного. Но перед тем, как исцелить его, он сказал ему, что грехи его прощены. И после этого возник вопрос, а что сложнее, простить грехи, либо исцелить расслабленного? Если вы пожелаете, мы можем вернуться об этом, и я бы изложил свой ответ. Вы можете не согласиться, и это нормально. Но идем далее. Также Иисус дарует вечную жизнь. Это еще одно дело, которое совершает Христос. И также Он способен воскрешать из мертвых. И мы знаем об этом, и Он сам об этом говорит. Мы также знаем о том, что Он воскресил Лазаря из мертвых. И далее, вершить суд над людьми поручено Христу. И здесь на слайде вы видите тексты Писания, которые подтверждают этот факт. И это означает, что Он будет судить не только неверующих, но также и верующих. И все это приводит к выводу, который вы можете прочитать в своих конспектах, а также видите здесь на слайде. Все эти деяния таковы, что люди, пророки или апостолы, совершить их не могли. Это мог делать только Бог, о чем благодаря Ветхому Завету знали новозаветные писатели. Таким образом, приписывая данные деяния Христу, они фактически признавали Его Богом, так как отдавали себе отчет, что они писали. И они, я бы так сказал, совсем не огорчились бы, если кто-то пришел бы к такому выводу. Таково было их намерение. Что ж, позвольте мне остановиться и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по поводу вот этой группы аргументов? Да, пожалуйста. У меня вопрос относительно атрибутов Иисуса Христа и вечной жизни. Это согласуется с атрибутом вездесущности. Но мой вопрос вот в чем. Что касается земной жизни Христа, и я не знаю, какова официальная позиция семинария Тринити на этот счет,
Но означает ли это, что Христос знал все мысли людей, мужчин и женщин? Давайте не будем говорить об официальной позиции семинарии Тринити. Я думаю, вы ответили примерно так, как ответили бы и мы. И я полагаю, что если Христос всеведущ, то Он должен знать состояние сердца каждого человека, будь то верующего или неверующего. Но и также вы помните тексты, записанные в Евангелии от Иоанна, где Иисус называет Себя добрым пастырем. И Он говорит о том, что добрый пастырь знает своих овец. И Он также дает понять, что те овцы, все те овцы, которые даны Ему Отцом, придут к Нему. И Он не изгонит их вон. И Он дает понять, что Он знает своих овец, знает, каковы они. Что ж, кто-то может сказать, ну, посмотрите, все это согласуется с доктриной предизбрания. И причина того, что Он знает своих овец, в том, что Он участвовал в их избрании. Что ж, при этом не обязательно верить в кальвинистическую версию доктрины предизбрания, чтобы верить, что этот стих на самом деле верен, в которых Иисус говорит, «Вот те овцы, которые даны Мне, Отцом, и Я знаю овец Моих». И я не считаю, что на основании этих текстов надо неминуемо стать кальвинистом или армянином. Но я думаю, из этих текстов ясно, что Иисус знает, кто является верующим, а кто нет. Он знает неверующих. И когда Он был здесь на земле, что ж, вот у нас с вами есть определенное суждение на этот счет по поводу тех людей, с которыми мы соприкасаемся, пообщавшись с ними. И я думаю, что в большинстве своем наши суждения верны. Хотя, я думаю, есть такие люди, которые выглядят как неверующие, и, может, они такими и являются, и, быть может, они делают что-то, что мы не можем принять как верующие, и поэтому мы считаем таких людей неверующими. Но при этом мы можем ошибаться. И, конечно, бывают случаи, когда мы думаем, что кто-то является верующим, а на самом деле это не так, ведь мы не знаем сердец людей. И к чему я все это говорю? Я говорю это, чтобы предположить, что никто из нас не является всезнающим. И тем не менее у нас есть некие суждения относительно того, кто спасен, а кто нет. И вот теперь Христос, стопроцентный человек. Он обладает теми способностями развлечения, какие у нас есть. И вдобавок к этому, Он стопроцентный Бог. И так как Он обладает божественной природой, Он точно знает, кто спасен, а кто нет. Поэтому я действительно считаю, что Он знает это. И Он знал это, когда был здесь на земле. И опять же, как то, что Он знает, благодаря Своей божественной природе, состыковывается с тем, что Он знает благодаря Своей человеческой природе, вот об этом нам не сказано. Это тайна. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, и следующая, и наименее многочисленная группа свидетельств в защиту божественности Христа заключается в следующем. То поклонение, которое принадлежит только Богу, вот такое поклонение принимает Христос. И мы сейчас с вами покажем, что подобное поклонение принадлежит только Богу. Потому что, во-первых, ангелы не принимают поклонение, апостолы не принимают также поклонение. И мы знаем случаи, когда люди пытались поклоняться апостолам, и апостолы говорили, «Нет, мы просто люди, слуги Божьи». И третье, Христос учил, что поклонение достоин только Бог.
И затем к этому надо добавить то, о чем ясно говорил сам Христос и о чем говорит Писание, что Христу должно поклоняться. И есть немало примеров в Библии, когда Христос не только принимал поклонение, но и поощрял поклоняться Ему наравне с Отцом. Но не только Христос к этому призывал, чтобы Ему поклонялись. Отец также это заповедует. И мы читаем в послании к Филиппийцам во 2 главе, что наступит момент, когда вся земля, вся вселенная поклонится Христу. Всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Господь есть Бог. И это произойдет. И вы не найдете ничего подобного по отношению к простому творению, будь то человек или ангел, или животное. Посему все это свидетельствует о том, что Иисус Христос есть Бог. Что ж, теперь, пожалуйста, вопросы или замечания по этому поводу. Да, пожалуйста. Быть может, мой вопрос скорее относится к аргументу дел Христа, но, тем не менее, я хотел бы его задать. Мы говорили о том, что Христос обладает божественными атрибутами. Всеведение, вездесущность, всемогущество и тому подобное. Но когда мы читаем Писание, то создается впечатление, что Он был ограничен во всем этом до какой-то степени. И я даже не знаю, уместен ли этот вопрос или нет. Был ли Христос ограничен, потому что Он сам решил ограничить Себя? Или Он был ограничен, потому что иначе было невозможно? Он вынужден был ограничить Себя. Это ведет к классическому вопросу. И скажем, мог ли Иисус летать, просто взять и полететь, если бы захотел? Ведь кто-то скажет, ну, конечно, мог, ведь Он Бог. Но мог ли Он? Что ж, я думаю, что вопрос уместный. Я думаю, к ответу мы придем, когда будем обсуждать текст кеносиса, 2 главу послания к Филиппийцам. И об этом мы будем говорить уже на следующей лекции, то есть очень скоро, и все станет понятно. Но вопрос очень-очень уместный. Я думаю, что ответ на этот вопрос показывает нам нечто большее об Иисусе Христе, чтобы мы не уловили, если бы не изучили весь контекст, написанного Павлом в послании к церкви в Филиппах. Так что есть конкретный ответ на ваш вопрос, и Павел использует его в своей линии аргументации, когда пишет филиппийцам. Хорошо, есть ли еще какие-либо вопросы? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.